Я считаю, что на Украине, естественно, есть все пути к перемирию. Главное – истребить корень зла. А корень зла – это бездельники, агитаторы и провокаторы, которые, в принципе, на этом даже зарабатывают деньги. Как только их уберут, перемирие сразу наступит в стране. Потому что я не видел еще ни одного человека, которому бы не было больно, который бы был Кощеем бессмертным. И вообще человека, который не боится умереть.